Give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. Доброго времени суток, уважаемые зрители, ну, то есть я имел в виду Зи. С вами снова Сэр Холмс на канале Noble Source Channel, и мы продолжаем исследовать в своем роде прекрасный мир Fallout 2. Находимся мы сейчас в Broken Hills, по пути, собственно, к сюжетному квесту дальнейшему забрели в этот город. И тут у нас, ну, весьма интересное такое происходит. Если кто смотрел предыдущую серию, мы спустились в подземелье и нашли там кучу трупов. Выяснилось, что их туда поместили супермутанты, которые якобы, ну, пытаются защитить свои интересы от людей, которые на них ополчились. Тут они типа живут в мире и согласии. Вот, с одним мы уже поговорили, он признает свою вину и... Куда-то он, в общем, ушел эту вину искупать куда-то из города. И вот здесь у нас находится второй. Блин, этот парень выглядит серьезно и как-то... Даже я не знаю. Крепкий старый мутант. Да, мутанты, наверное, живут долго. Но если говорить про Маркуса... А я знал, что Фрэнсис не вынесет разоблачения. Он же знал, какое рискованное дело затеял. Но, по-моему, даже не задумывался, что его поймают. С временем с ним все будет хорошо. Надеюсь, что из Broken Hills тоже. А, хо-хо. Интересно, он, знаете, говорит в духе, что как бы мы с ним уже раньше все это обтерли, уже в курсе событий. Но на самом деле я с ним еще не говорил. Угу. Ну, видимо, он типа хороший парень. Ладно, посмотрим. Ну, тоже надеюсь, у меня есть еще вопросы. Как оно? Нормально с людьми ладите вообще? Что ты думаешь? Ну, это все. Ну, поскольку мутанты не стареют и не дряхлеют, газ сохраняет их молодость или что-то вроде того, то скажу... Так, что ты скажешь? Что все чертовски хорошо. Я имею в виду, что мы не хотим никого убивать, и, в общем, люди не слишком плохо к нам относятся. Конечно, я не имею в виду людей из других городов, которые... некоторые из них редкостные ублюдки. Все, что ли, пока. О, отлично. Топливо для огнемета. Ага, он ее на картинку может поменять. Отлично. Что бы еще ему сучить? Так-то больше нечего. Придется наличкой. Ну, оно того стоит. Так. Ну, как дела вообще? Все в порядке, но надо к чему... Всегда есть к чему стремиться. Расскажи о городе. Ага, можно поговорить с Маркусом или со Стивом, привратником. А что за проблемы с шахтой у вас? У нас сломался очиститель воздуха. Он на нижнем уровне. У нас нет ни запчастей, ни защитного оборудования. Без запчастей мы не можем сами его починить. Без очистки воздуха радон нас убьет. Ты что-нибудь умеешь делать руками? Ну да, у меня есть Вика, если что. Правда? Ты сделаешь это для меня и, что более важно, для Broken Hills? Ну а что мне с этого будет? 500 монет, как тебе? Да, давай. Главное, чтоб не за бесплатно. 500 монет, значит, половину вперед. Вот, получи вторую половину, получи, как закончишь. Отправляйся в Нью-Рино и найди Ренеско. Блин. У него найдется всякие инструменты. Я думаю, он сможет тебе помочь с запчастями. Да ладно! Ренеско, только не Ренеско. Блин. Ну ладно. Я думаю, на самом деле я ничем не смогу ему помочь, потому что Ренеско уже кормит червей на Голгофе. А, блин, твою же налево. Ладно, хрен с ним.
Посмотрим, что тут еще есть. В конце концов, это все второстепенные квесты. Так, мутант в пыльной одежде с киркой в руках. Че надо? Ты кто? Всего лишь твой шахтер. Да. Что здесь интересного? Ну, шахта закрыта, потому что у нас сломался очиститель воздуха. Еще есть салон, он открыт. Еще у нас есть караванщики. И еще есть магазин. Это все, погоди, о чем мы сейчас разговаривали? А что насчет шахты? Ага. Ну все, в принципе. Такие лаконичные парни. Мутанты-шахтеры. Пол в пещере. Вот я не понимаю, это что такое? Козлы допилки дров. А, так это пещера и есть. Просто это выглядит как какая-то картина. Ух ты, смотрите, что тут у нас. А я тут не нахватаюсь радиации. О, скорпионы еще. Тук, говорит, защитный механизм. А, блин. Я вижу, тут урон от радиации идет, судя по всему. Блин, это зря. Туда залез-то, наверное. Ну-ка. И что меня туда понесло? Да где этот счетчик Кейгера-то? Это же он. Ага. Не, нормально, не облучило. Так. Не знаю, есть ли смысл возвращаться на самом деле. Может, поискать у Ренеско где-нибудь. В закромах, ну то есть в его магазине непосредственно. Ну посмотрим, сейчас исследуем еще этот город, что тут есть кроме. Надеюсь, тебе здесь понравится. Ну, тут, там, тут ничего, в принципе. Так, Сулик. Вечно ты меш... Уйди. Духи двигают нами. Где мой обед, говорит? Ну ладно. Так. Ну и гули пошли, говорит. Уже 4 часа, я хочу обедать. А что, 4 часа сейчас? Сейчас час ночи. Собаки могут вилять хвостом несколько часов после того, как подохнут. Да ты чё? Привет. Интересно, как там старик Джаред в Гекко? Джет. Здорово. Это все, конечно, очень интересно, но мало информативно. Старый гуль. Привет, дитя. Добро пожаловать в дом престарелых гулей. Дом престарелых гулей? Это такая штука. Шутка. Все гули так или иначе престарелые. Видишь ли, мы все бесплодны, но очень долго живем. Мы первое и последнее поколение гулей. Это место для тех из нас, кто хотел бы немного отдохнуть. А, я вижу, у меня есть еще вопросы. А ты кто? Я Тифон. Ты когда-нибудь слышал о Сайте? Когда-то он был главой старого города Некрополиса. Я его сын. Блин. Из-за того, что я в Некрополисе в свое время проворонил просто подземные ходы, я уже не застал потом ни одного гуля там. Да. Родился до того, как радиация нанесла нам удар. Поэтому рос и мутировал. Другим я никогда не был. Расскажи мне о сайте. Редкая мразь, да. Точнее, его не опишешь.
От того, что он превратился в гуля из-за радиации, у него не пострадали ни чувства юмора, ни начальственные замашки. Конечно, такое пережить кому угодно мозги свернет на бикрень. Мне это пришлось гораздо легче, я не был взрослым натуралом. А ты когда-нибудь слышал про ГЭК? ГЗК. Слышал, у меня когда-то было несколько штук, но чистокровные людишки сперли их, чтобы сделать свои собственные эдемские кущи. Может быть, в городе убежища они еще остались? Либо там, либо в НКР, к югу отсюда. Черт, ладно, у меня еще вопрос. На самом деле нет. Бартер? О, бартер. К чему этот бартер? Можешь еще что-нибудь мне рассказать? Когда я был молодым, я выиграл много денег на скачках. Давным-давно я зарыл все свои выигрыши недалеко отсюда. Если кто-нибудь окажет мне пару услуг, я могу рассказать этому счастливчику, где находится это сокровище. А какое сокровище? Что значит какое? Деньги, мало ли, много-много денег. Достаточно, чтобы удовлетворить любого нормального человека. А в чем подвох? Малыш, ну это понятно, что сделать-то. Я уже стар и не очень люблю выходить на улицу. Не так много возможностей поразвлечься, ты понимаешь, о чем я? Так что я очень хочу заполучить журнал «Кошачья лапка». Принеси мне. Ну да, вот у меня есть как раз один. Спасибо за журнал, оставь-ка меня на часик или где-то около того. Да, наслаждайся. Вообще, эти журналы можно собрать и отдать миссис Китти. Мисс Китти, прошу прощения. Но я не думаю, что я найду их все. Хотя бы, ну, 10 штук надо, вряд ли столько я найду. Так, видите, мужчина охваченного тревога. Кто вы? Что вы делаете в моем доме? Я Холмс Второй. Отлично, отлично. Приятно было познакомиться, растерянно мне отца. Слушайте, вы же любите приключения, верно? Ну, предположим. Я спрашиваю, потому что, видите ли, моя жена пропала. Я не знаю, где она. Я уже несколько дней нет. Я спрашивал в городе, но никто ее не видел. Можете найти ее для меня? Ну, как она выглядит? Блондинка, очень сексапильная, с чудесным мелодичным голоском. Последний раз, когда я ее видел, она куда-то шла неподалеку отсюда. Она не любит мутантов и гулей. Значит, не ходила к ним. Никто не знает, куда она ушла, просто исчезла. Этого мне достаточно. У меня сердце болит, не переставая. Давай поторгуемся, может. Ух ты, 300 монет у него есть. И ментаты еще, смотри, какой парень, а. Ну. За 300 монет мне нечего тебе предложить. У меня только пистолет за дофига монет. Ну, хрен знает. Такое ощущение, что твоя жена лежит сейчас там, в канализациях, среди остальных трупов, обглоданная муравьями. Я люблю картошку, люблю вареную, люблю жареную. А у нас картошка есть еще. Замечательно. Так, что это? Плуг. Браминий плуг. Ну, это просто стоило. Посмотрим, что тут еще есть. Как-то тут никого. А если нет никого, значит, они не против, чтоб я у них пошарился в вещицах. Ну, что-то как-то тоже не густо. Ладно. Видишь, оставляют дома открытыми. Не, ну на самом деле неплохо такой город, реально. Люди живут себе. Не абы как, конечно, уровень жизни тут, но, по крайней мере, без лишней крови. О, что это такое тут у нас? Скорпион, смотрю, какой-то тут. Я таких же видел скорпионов. Осторожно, рад скорпион. Он осторожно глядит на вас. Таких же видел в зале испытаний. Вы видите комично удивленного человека в лабораторном халате. Что вам нужно? Отстаньте от меня, я занят. А кто вы такой? Что тут делает скорпион?
Я профессор, я занимаюсь прикладным тестированием интеллектуальных способностей. Я создаю химические вещества, которые помогают усилить интеллект. После неудачного эксперимента с растением я решил проверить их на ратскорпионе. Вы проводили опыты на растении? Конечно, сначала я попробовал на растении. Я пытаюсь увеличить интеллект буквально с нуля. Оно и видно. Так. А что, я хочу пройти тест? Хотите пройти тест, да? Что мы будем тестировать? Вашу координацию движения, восприятие или интеллект? Проверить свою ловкость, давай. Очень хорошо. Будете соревноваться со скорпионом. Вы оба попытаетесь отпереть эти ящики удачно. С удачи. Смотри, какие ящики. Вот так-то, мистер Хитиновый панцирь. Лол. Фига себе. Как ты удалось взломать замок клешнями? Посвистывание. Да, ничья. Вы доказали, что ловкостью не уступаете от скорпиона. Чё за ерунда? Ладно. Опять вы, что вам нужно? Отстаньте. А чё, подожди, чё там про растения-то? Хоть что-нибудь уже работает? Да, конечно, нечего ухмыляться. Когда-нибудь слышали про ментат? Я участвовал в разработке технологии серийного производства этого препарата и других. Тоже. Многих других. Угу. Ну, давайте попробуем глаза проверить. Становитесь вот сюда и начните вместе с укрепленным читать буквы сверху вниз, слева направо. Жмкшб. Да, верно. Чик-чик. Клик-клак, вжик. Верно, хороший мальчик. Умница, у тебя все лучше получается обращаться со звукой Морзе. Вы доказали, что по уровню восприятия не уступаете от скорпиона. Ну а сейчас по интеллекту я провалю. Этот скорпион умнее меня, ну по-любому. Давай на сообразительность. Вы со скорпионом сыграете в игру, которую я изобрел. Я назвал ее шахматы. Начнем. Давай. Изобрел он ее, блин. Чешет репу. Мат, щелк. Что, ты жульничал? Не печалься, неудачник. О, нет. Ладно, я потренирую свой интеллект и вернусь еще потом. Так, а это что такое? Вы видите голографический генератор, крупномасштабный проигрыватель компании TNT, предназначенный для развлечений. Новых фильмов на него не выходило уже 80 лет. Фильмы? Как можно смотреть на этом фильмы? Я что-то сомневаюсь. Компьютеры, конечно, для меня это вообще страшные штуки злые, к которым прикасаться даже боязно. О, это что, ящик? О, смотрите, ящик. Пустой. Ну хотя бы по ловкости не уступаю я этому скорпиону. Так, что тут еще есть? Старый мутант. Мы тоже люди, пусть и необычные. Ну да, ну да. Там какой-то кабинет у него, смотрите. Есть чё? Ну блин, в этих-то ящиках должно что-то быть. Шкафчиках. Ну. Да нет, это просто для массовки все стоит здесь. Ну уже почти все. Почти все. Сколько времени? А время тут, ну, в реальном времени, знаете, измеряется. То есть 1 час равен 1 часу реальному. Ну, игровой час. А, с ним...
с ним мы уже говорили. Ну, в принципе, последний дом. В последнее время город стал намного лучше. Ну, возможно, возможно. Сейчас попробуем еще поговорить с Маркусом. Может, он какие-то квесты выдаст. Вот я сомневаюсь, что этот квест удастся завершить, так как Ронеско уже отбросил коньки свои. Ну, что-нибудь еще? Хочу кое-что тебе рассказать. Да, насчет пропавших людей. Я нашел пропавших людей, они в туннелях под городом. Хорошо. $500. Thanks for your time. Конечно. Думаю, Фрэнсис был прав насчет Джейкоба. Этот ублюдок-убийца больше не причинит никому зла в этом городе. А, Джейкоб, это, ну, который сидит в тюрьме, негодяй. Ладно. Something else you wanted? Too many people. I've done my traveling with a horde. Слишком много народу, слишком стар, чтобы почувствовать в такой толпе. Ну, была бы у меня харизма повыше. Something else you wanted? Ну, в принципе, ладно. Мне сейчас надо сориентироваться, короче. Сюда ж нельзя, да? Сюда нельзя, но сориентируюсь. Дайте сейчас сориентируюсь за секунду, куда дальше двигать, и вернусь. Ну да, Ренеско действительно уже ничем не сможет нам помочь, в том числе его магазин не сможет нам никакие запчасти предоставить уже. Так что, к сожалению, квест запорот. Ну ладно. В эту игру сложно играть вслепую, не запоров ни единого квеста. Так что, в принципе, это простительно. Я думаю. Ну, у нас, между тем, есть еще тут пара квестов незавершенных. Вот, например, насколько я понимаю, здесь у нас электростанция. Там нам гуль-квест давал кое-какой. Так, а вот... Есть тут кто вообще? Кроме вот этого вот парня неразговорчивого. Смотрите, они загородили, как вот встали и пырятся на компьютере. Если вертеть рукоятки на пульте методом тыка, дополнительную электроэнергию руку это не даст. Ничего не выходит. Ну потому что, блин, тут, ну... Где вообще тут электрики вот эти вот? Ну их тут просто тупо нет. Поэтому я пытаюсь сам своими корявыми клешнями это сделать, но это безуспешно. Мне кажется, надо хотя бы под 40 науку, чтобы получилось. Может, утром придет сюда этот дядя. А, ну он типа спит, ну все ясно, ладно. Подождем до утра. А то я пришел и тут ночью. Страдаю фигней. Так, а где-то говорят, к югу от Маркуса есть дом с заговорщиками. Это не этот ли? Ты заговорщик? Так, я не помню, как его зовут. Кстати, у меня тут лишние огнеметы всякие, надо бы продать. Сколько ты возьмешь за огнемет? Ну хотя вот пистолет. Ого, 3500.
Это, блин, великий пистолет. Прям великий-великий. 2000 он даст за огнемет. Ну, это маловато. Ну, в смысле, у него денег маловато. Еще какие-то тут дома есть. Ну, я тут, в принципе, был уже везде. Так, а тут же были люди. Куда-то люди пропали. Ага. Ага. Ну, наверное, надо днем ходить сюда все-таки. Да, я вспомнил еще про растения. Тут есть говорящее растение. Судя по всему, тоже эксперимент этого доктора. В принципе, я не думаю, что он сделал их агрессивными. Можно их реально пересадить поближе к гулям. Так, кстати, ну вообще интересно. Тут интересные всякие такие квестики. Где там эта штука? Вон она растет. На, далеко слишком. Блин, а в чем проблема? Подумаешь, я далеко на карте тыкаю. Что, трудно что ли? Подойти хотя бы и далеко. Ну, прям вообще. Здорово. Мой друг. Светит ли над тобой солнце? Расцветает ли удачи твой день? Готов ли ты к пересадке? Я определенно готов. Пошли. Я так рада, что могу выпустить облако спор вокруг себя. Поехали. О, местная почва такая другая. Наверное, ее можно назвать более чистой. Видимо, потому что мне не нужно делить его с другими растениями. А, о, кстати. Если ты когда-нибудь будешь играть с профессором Скорпионом, запомни вот этот шахматный тактический прием. Он называется «Атака летающей печенки». Скорпион не может ему противостоять. Спасибо, непременно попробую. Пока. Так, вы пересадили Сеймура рядом с домом престарелых гулей. Сеймур его зовут? Как мило. Ах, мой друг, ты вернулся. Это поистине чудесное место. Тень прекрасна, компания просто превосходная. Этот Тифа, он такой душка, он заставляет двигаться в интеллектуальные соки. Ага, пока. Тифан, кстати, мне должен... Чё-то он мне должен. Я еще не закончил, малыш, кыш. Блин, ладно. Я и подождать могу. Так, а вот этому парню надо бы, наверное, рассказать печальные новости. А, нашлась? Да, нашлась. Где? Надо... В тоннелях под городом лежат трупы. Один из них ее, мне очень жаль. Спасибо, что сказали мне. Сейчас мне надо побыть одному, поплакать. Да, мне очень жаль. Так, там у него же ничего не было. А, у него ментаты. Очень жаль, очень жаль. Ну да, это печально. И так, знаете, живется хреново. А тут еще и жену убили. Сколько времени? А, надо подождать часик. Так, как это делается-то? Вот так. 30 минут. Нет, будет мало. Давай час. Ну? Малыш, этот журнал меня просто омолодил. И я понял, что ради того сокровища, о котором я говорю, ты можешь сделать для меня кое-что еще. Найди мне надувную женщину. Я думаю, у Нюрины их дофига. Слушай, пригодилась она, пригодилась все-таки. Не зря с собой таскаем. Так. Так. Сулик, у тебя же баба голая? Надувная. Да, давай. Так. Малыш, этот журнал... А, во. По чисто случайности она у меня с собой. Дать надувную женщину Тифану.
Это, малыш, как раз то, что мне надо. Оставь меня на несколько часов, и мы поговорим. Уходи. Он похотливо взирает на куклу. Извращенец! Да, между тем... Пошли, короче, ночевать. Хотя можно более полезными делами заняться. Пойду добью, наверное, этих муравьев. Можно за кадром сделать, потому что ничего интересного. Сейчас, буквально секунду. Ну вот, с утра-то они по разговору себе. Чё надо, спрашивает. Что это за место? Это электростанция Broken Hill. Все тут в основном на урановой крошке. Ну, если учесть, что урановая шахта у нас под боком, а атомная энергия — это энергия будущего, ну, уже и прошлого. Наверное, у меня есть еще вопросы. А ты кто? Я Брайан. Работаю на генераторе, который идет только всему дому. А, значит, я по адресу. Мне нужно больше энергии для кондиционирования воздуха. Эрику нужно больше энергии, а Эрик... То есть никак не получится что-нибудь чуть-чуть подкрутить? Боюсь, нет. Интересы города важнее интересов отдельных горожан. Блин. Чё-то как-то... Про Гек он не слышал? Не, на самом деле, у меня есть чё-то другой вопрос. Блин, зараза! Не получилось. Ну, потому что харизма плохая, слишком плохая харизма у меня, ничего не получается. Половина квестов проваливается из-за этого, ну что за херня? Да. Ну и, кстати, нет тут никаких заговорщиков. Не ходи в тот угол, я там наблевал, говорит. А ты кто вообще? Хочешь урыла? А то как-то скучно. Да не, спасибо. Да. А ведь говорят, где-то тут, кстати, что интересно. Ладно, потом покажу. Говорят, где-то тут дом с заговорщиками есть. Но я ничего такого не вижу, что-то. Так. Ладно, идем тогда опять к этому. Так, стоп, подожди, надо разочаровать этого парня, что ничего не получается. У нас есть, конечно, такая реплика. Я поговорил с Брайаном, он сказал, квоты энергоснабжения сейчас настолько жесткие, что он не может подать тебе больше энергии. Вот так прямо и сказал, ну так скажи ему, что генератор или кондиционер вряд ли будет заметно, в общем, зачете. И скажи ему, чтобы дал мне энергию. Неплохо сказано, слушай, давай попробуем еще раз. Давай. Ну, кстати, надо реванш взять у Скорпиона, действительно. А то что-то как-то. Эх, не хватает лошадки мне. Сейчас бы быстрее перемещался. Хех. Ну-ка. Я пришел снова говорить с тобой. Чё надо? Мне пришлось нанести визит Эрику, он сказал, что сам тут работает, что урановые крошки энергии просто навалом. Так что заводи. Ну, формально да, конечно. Их, но хватит лодерничать, шевели задницей. Но не обязательно было так рубаться. Ага, ты со мной милосердие, гигант. Получилось! Вам удается понять, как подать побольше энергии в дом Эрика. Ну вот, а я уже возмущался. Хорошо. Ну вот, если караван в ближайшие дни отправляется, то можно было бы тоже поучаствовать в этом предприятии. Ну, то есть, я бы в сторону города убежища или НКР. НКР где-то неподалеку, тоже на север. Здорово. Электричество уже дали, спасибо большое, спасибо.
С тех пор, как изобрели деньги и бартер, выражение благодарности перестало быть проблемой. У мутанта Фрэнсиса есть силовой способ, чтобы выиграть соревнования по армрестлингу. Проблема состоит в том, чтобы быть сильнее его. Если тебе интересно, могу дать тебе пилюли, которые дадут тебе преимущество. Ну давай. Бафаут, они увеличивают твою силу, но твой рать. Не принимай сразу много, иначе подсядешь. Удачи тебе с мутантом, спасибо. Ну, пусть будет. Бафа, вот это хорошо, наверное. Ну, мы прям сегодня хорошие дела делаем тут. Я помню, как мы сражались со светящимися под некрополисом, говорит. Да, прикольно, наверное, было. Ну чё? Уф, я устал. Я думаю, бармен Фил с удовольствием тебя нальёт. Да, пожалуйста. Отдать рыгаловку. Вот, чуй, ну где деньги? Ну хорошо, я помню, что зарыл деньги где-то в деловом центре города. И с тех пор прошло столько лет, что трудно не помню, где это, если тебе поможет. Я помню, что зарыл их где-то в таком месте, которое они снесут и... Да уж. Ну ты прям вообще мудень какой-то. Поврежденная резиновая кукла. Чувак. Верни мне этот... Штуку эту мне верни. Вдруг я коллекцию соберу все-таки. Немного туманно, но спасибо. Уровень. О, блин, это надо подумать еще. Ну, подумаю потом, потом. Так. А, мы еще можем Скорпиона обыграть. Реванш, реванш. Что вам нужно? Останьте от меня. Хочу пройти один из тестов. Тест на сообразительность. Давай. Ну. И мат. Убью растение. Тихо, тихо, тихо. Ну чё ты забыковал опять? На! Да, блин, бедный Скорпион. А, бедняга. А это что такое? Очки? Инструменты и хвост Скорпиона. Отличный набор. Как? Зачем вам потребовалось убить моего Скорпиона? Был так близко, так близко. Ну, прости, чувак, он на меня напал. И получил у нас 500 очков опыта. Это тебе не шуточки, дядя. А, закрыто же. Блин. Раньше... наверное, я не смогу эту хрень открыть. Раньше так отмычки бывали у нас. Сейчас. Ай, да ну нафиг. Ну, в принципе, пока что все. Пока что все. Вроде в этом городе больше особо квестов нет. Ну, разве что найти надо сокровища эти. Деловой центр города, в котором... Ну вот у меня есть подозрение насчет того колодца, возможно, он там. Попробуем, посмотрим. Ну вообще-то, можно сказать, что основная масса квестов Broken Hills выполнена. Надо еще узнать, когда там уходят караваны. Помню, что Тифон говорил о трое еще спрятано в надежном месте, которое не снесут и не перепашут, вы тщательно осматриваете старый колодец. Внутри, несколько футами ниже, вы обнаруживаете кирпич, который довольно стальной. Ура! Вот оно мое богатство! Осторожно вынув торчащий кирпич из стены, вы... что-то ничего не видно. Вы швыряете бесполезный кирпич в колодец, чтобы... Хорошо, пора сорвать куш. Неожиданно из дыры в стене в темноту колодца, возможно...
для вас не стало бы открытием то, что кирпич был привязан веревкой к столь вожделенной добыче. Блин, вот дрянь. Да уж, действительно дрянь. Теперь надо придумать, как достать сокровища. Просто спуститься внутрь у вас не получится. Вы наверняка застрянете. Похоже, вам нужна помощь. Да как? Меня слишком много. Может, Сулик? Такие хотят говорить. Что говорят в наших шансах? Как всегда, ничего не понятно. Ну, черт возьми. Ну ладно, знаете, это надо все выяснить будет, но я думаю, можно это выяснить и за кадром, да, чтобы вас не утомлять, ребят. На этом, думаю, на сегодня хватит. Насыщенная квестами такая была серия, ну, такими, конечно, второстепенными, но хорошими. И спасибо тем, кто был со мной сегодня. Noble Search Channel, Sir Holmes, Fallout 2, лайки, подписки, пока.